Miss Horse, и вы на моем канале, и сегодня я буду показывать мои подарки на Новый год. Но перед началом видео я хочу всех поздравить с Новым годом, с Рождеством. Желаю, чтобы у всех было крепкое здоровье, ваши желания все исполнялись, и всего самого наилучшего. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, а мы поехали! Кто знает, я уже показывала видео шортс. Это мой подарок на Новый год. Polaroid Instax Mini 11. Я очень рада, что мне подарили именно такой цвет, белый. Потому что вся моя комната белая практически. И я люблю этот цвет. Здесь есть вот такая кнопочка. Нужно нажать на нее. И камера включается. А вот эта кнопочка уже при включении этой аппаратуры. Нажимаем эту кнопочку, и выходит вот отсюда фотография. Вот так выглядит сзади. А вот это вот показывает, сколько фотографий у вас осталось. Также в коробке от Polaroid были вот такие вот классные наклейки Instax Mini. Thank you, спасибо большое. И здесь вот такой вот Polaroid. Также сердечки. Вот такие вот наклеечки были в наборе. Так это чехол на Polaroid. Вот такой вот он большой. Чехол тоже белый. Вот так вот он открывается. И здесь есть ремешочек. Чтобы носить его как сумку. Следующим подарком это фотоальбом. Здесь можно поставить свою фотографию, это, конечно же, можно все убрать, но пока пусть будет так. Он тоже белый, все белое, и сюда можно вставлять фотографии. Еще подарили вот такую вот свежую маску. Маска для волос. Она выполнена как консерва. Также вот такой вот набор. Здесь все самое интересное. В этом наборе был как раз таки вот этот чехол, фотоальбом и вот еще что. Первое, что я вам покажу из этой коробки, это вот такие вот цветные эффекты на Polaroid. Сейчас на как раз таки камеру. Сейчас в данный момент покажу. Они как-то цепляются на камеру. Пока еще не пробовала. И после этого фотографируешь. Фотография идет уже в каких-то цветах, допустим, просто синяя. Вот такая вот наклейка на Polaroid. Вот так. Но я не хочу портить свой Polaroid, поэтому не стану это все прилеплять. Что интересное, это вот такие вот рамочки цветные, они бумажные. И сюда мы вставляем фотографию. Также с этим в набор идет вот такие вот классные прищепочки. Они как будто покрашены, прям такие. Мы вот так цепляем, и это все обвязываем ниткой. Она предназначена вот так вот, чтобы вот эта вспышка тоже была.
сейчас я вам покажу это наклейки. Для полароидных карточек их можно обклеивать и снизу что-то подписать. Вот что видите. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всех люблю, всех обнимаю. Спасибо большое за просмотр. Всем пока!